как только сошла с корабля. Мама очень долго плавала на одном греческом лайнере, который назывался Кардо. Ну и как бы родила меня сразу же на глазах у всех изумленных выходивших пассажиров. И назвали меня в честь лайнера Кардо. Я на Путина не закричу никогда, потому что дай Бог этому Путину здоровья, счастья и успеха в его личной жизни. И ты, между прочим, точно так же, как и я, побежишь туда. Куда? В Россию, обратно. Ну? И только там ты будешь счастлив. Понимаешь? Так я тебе о чем и говорю, эти последние два часа. А ты со мной споришь постоянно. Вообще? Россия. Вообще? Гагарин, то есть того человека, которого мы сейчас видели, что он не... Он вампир. Самый настоящий вампир. Он думает, что я призрак. Он думает, что он видит призрака. It's a way for them to show you. Ну вот, я играю на улице, я это делаю, мне это нравится. Ну да, пристают, особенно когда поздно играешь. То люди как бы выпили чуть-чуть, пристают, конечно. Да, раздеваю глазами и смотрят на меня как не на музыканта, а на что-то красивое, что им хочется взять. Или начинают мне за инструмент браться, пытаться, хотят попробовать поиграть. Конечно, неприятно. Хочу туда вернуться. Хочу обратно на родину.